Всем привет! Доброе воскресное утро, и мы опять в какой-то попе. Это называется город Пушкино. Вот эта трасса, это енот. Собираются участники, и мы участвуем в какой-то... Лавра Байк Челлендж. Город Пушкино. Но сегодня кое-кто халтурит, так что я сегодня вкалываю за двоих. Я нормальный человек, я здесь просто поснимать, вот пообщаться. А кататься будет она. 25 километров вот такой хрени мне надоело. И у меня болит колено. А еще видели трассу? Сейчас покажу, на чем люди ездят по этой трассе. Вот он. Человек додумался вот на этом поехать. Я не знаю, как он будет ехать. Вот этот. Вот не спалось ему дома. Он взял вот это и поехал вот туда. Вот ему очень удобно будет, конечно... Вот так идти, да. Не упадет. Вот так идти. Попадайся. Да ладно, проеду, процентов 90 проеду. До процентов 90 хочешь проехать на это. Хотел бы, я на нее на финише посмотрю. Слушай, на прошлой этой лавре наш 6-е место среди вас занял. Ого. Шестое место среди вас? Стас, да. Среди двухколесных. Ну, первый раз участвуем, поэтому... Ну вот в декабре 4-го было, Стас приехал, перед ним только 5 велосипедистов приехали. Офигеть. А стартовало сколько? Всего человек 30. Ужас. Новый вид носков. Думаешь, помогут? Ненадолго. Ну, ты знаешь, как сказать, мы когда ездили в прошлом году на Селигер, ехали просто весь день по грязи, по глине. В дождь? Ты бы уже завела какие-нибудь специальные пакетики. Что-то ширпотребные. Да. В смысле, из ленты? Пятерочка написана, чтобы на пятерочку проехать. На 5 плюсом, да. Я преданный на все. Что же, получилось там? Ну нет, но должен упасть же. Да! На камеру продержался дольше всего. Пока стоим, я каждый раз удивляюсь, приезжают велосипеды. Моноцикл показал, сейчас еще покажу. Просто кто на чем ездит? Подкрепление в рядах моноциклов. А вот и вторая часть велосипеда. Смотрите просто, на чем приехал человек и что он делает с ногами. Сейчас сначала покажу, на чем он приехал и что он делает. На чем приехал? На этом? На этом. Побратим, можно сказать? Ну, типа того, да, я вот так. А у тебя что? Ну, да, практически. Вот, как бы. Мне кажется, здесь вот, да, здесь просто уголок таких. Странных людей. Дипломат. Люди с особенностями. Трансформер. Спецучасток, который мы назвали, это супер-мега-трэшовый, скажем, юно-трэшовый участок. Лес дом Уранова до финиша, который, скорее всего, придется идти, да, вот по последним данным людей, которые обкатывали. Можете идти, можете плыть. Дом Уранова можно добраться через поле, вокруг поля, как вам удобно, как короче, как быстрее. Главное, чтобы вы проехали через плотину и заехали. 2-1, пошел. Так, можно вас уже? 2-1, пошел. Да, то ли тут надели под мой. 3-2-1. Какая скорость, какой старт, вы это видели?
снова я на старте, снова на велосипеде и снова по снегу. Ну, не катается мне по асфальту, что я могу поделать? Видно, снежных дюн мне показалось мало. Еще не все сугробы исколесила. Ну, я думаю, после снежных дюн мне уже эти непроезжабельные участки не так страшны. Хотя, признаться честно, было сложновато. И я уже с нетерпением ждала, когда же наконец-то кончится снег и начнется хоть какая-нибудь ровная дорога. Пусть даже, может быть, поселочная, или пусть хотя бы глина, но без снега. Потому что по нему, конечно, было ехать сложно. И вот, да, наконец-то снег закончился, и можно чуть-чуть отдохнуть, покрутить педали и даже набрать скорость. Хотя, конечно, удовольствие это недолго длилось. Снег снова вернулся. Блин, я вот смотрю вокруг и пытаюсь понять, вроде апрель, откуда, почему столько снега, весна все-таки. Все-таки порой снег перекликался и кусочками асфальта, на котором можно было отдохнуть, и... Потом, конечно, асфальт быстро заканчивался, начиналась снова глиняная непроезжабельная дорога, ну, по которой было ехать куда-то все-таки приятнее, чем по рыхлому мокрому снегу, колеса в котором постоянно буксовали, и на то, чтобы проехать эти участки, тратишь сил гораздо больше, чем проехать ту же самую глину. Ну вот опять снег. Сколько ж можно? Когда же это все уже закончится наконец-то? Уже хочется все-таки ехать, крутить педали. Ура! Наконец-то кончилась эта лесная просека. А вместе с ней и мои мучения. Наконец-то ровный асфальт. Даже не просто асфальт, а прям шоссе полноценное. Полноценная асфальтированная дорога. Сухая. Едешь себе по солнышку, греешься. Кайф, наслаждаешься. И мысленно себя настраиваешь на тот специфический участок, который приготовили нам организаторы. Силы берутся педали крутить после всего того, что я проехала. Лесная просека, глина, лужи. Нет, все-таки сейчас хорошо ехать. Наслаждаешься. Едешь и мысленно себя успокаиваешь, надеешься, что специфический участок будет не такой страшный, и все будет не настолько плохо, она не настолько сложно, как изначально я думала. О, первые велосипедисты, которых мне посчастливилось обогнать. Мелочь, а приятно. Значит, я все-таки буду не последняя. И эта мысль все-таки мне греет душу. Проселочная дорога сменяется грунтовой. Значит, все ближе и ближе. Последнее испытание перед финишем. Ну, ладно, пока, по крайней мере, хоть и на грунтовую дорогу, но снега нет, уже приятно. Все-таки весна на улице. Может быть, там все подтаяло и будет ехать не так, и будет, а получится хоть немножечко проехать. И солнышко было. Растаяло, конечно. Вон, да, растаяло. Вон под сугробами ручьи текут, половина воды из которых у меня сейчас в кроссовках хлюпает. Да, какой тут ехать? Протащить бы велосипед. И то. Идешь по колено, порой проваливаешься, велосипед за собой вытаскиваешь. Да, участок оказался на редкость сложным. То и дело, то велосипед провалится в сугроб, то ты уйдешь по колено.
нормально к финишу подъезжает. Ты офигел? Ты как так проехал? Тут еще не готово ничего. Наконец-то кончился этот просек, кончился этот эти сугробы, казалось бы, которым нет конца и края. Вот она, финишная прямая, ура! Теперь осталось топить, крутить и не сдаваться. Еще совсем-совсем чуть-чуть, и все. И ну вот финишировал, можно спросить, как трасса? Ну, в общем и целом, мне трасса понравилась, кроме вот этого жесткого участка, где ты просто идешь по лесу и несешь на себе велосипед. Я никаких, я без вариантов ехать. А зачем тебя унесло? Надо его было катить. Ну, в смысле, катишь. На самом деле, там можно было на дорогу выйти, но они прям вот шли да по... Нет, нет. Вон этим, поле. Перед полем там лес очень большой кусок был, да, после да. СНТ. Вот, то есть ты через... Самый хардкор за в начале на просеке был. Да, когда ты идешь по колено, проваливаешься реально в сугробы. Реально проваливаешься вот так вот, а велосипед у тебя едет где-то вот здесь. Да-да-да. Больные люди, вот на электричке гораздо проще всего добраться. Ты не прочувствовал всей этой атмосферности? Вот этого драйва, вот этого желания... Выжить. Ехать, да, выжить. Желание ехать особенно, да, потому что в какие-то моменты надоедало ходить. Друзья, в общем, время финиша, да, должны уже были все приехать по нашей логике, но тут видите еще не все. Во-первых, хотелось бы сказать спасибо всем, кто приехал. Нас сегодня действительно опять рекорд по сравнению с предыдущей гонкой. Несмотря на то, что зарегистрировалось 51, почему-то приехало 41. Приступим к награждению. Начнем с самой сильнейшей категории, которая зарегистрировалась в нашем соревновании. В которой была самая упорная борьба, которые приехали прямо подкачанные марки, такие же категория женщин. Второе место с результатом 2 часа 56 минут 35 секунд. Панасенкова Яна. Первое место с результатом 2 часа 39 минут 43 секунды. Луцкая Марина. Да, это было неожиданно. Сейчас уже человек полностью погряз в безопасности. Молодец. Идем к категории мотоцикл. Самые отважные ребята, которые здесь на самом деле собрались, которые не первый раз участвуют в наших гонках. Третье место с результатом 2 часа 58 минут 26 секунд. Андрейкин Дмитрий. Второе место с результатом 2 часа 57 минут 54 секунды. Романенков Илья. Наношлем. Победитель первого этапа Леха Романенко. Мотоцикл с результатом 2 часа 15 минут 34 секунды. Матвеев Станислав. Самая многочисленная категория сегодняшних присутствующих. Категория мужчины. Третье место с результатом 1 час 56 минут 13 секунд. Жилин Владимир. Да, он в шоке, посмотрите.
Это хорошо. Третий 1.56. Еще там на первом. Второе место с результатом 1 час 55 секунд 55 минут 23 секунды Яковлев Сергей. Так, Я буду ехать. В мужчины в первом этапе Лавра Байк Челлендж с результатом 1 час 54 минуты 6 секунд Киташов Алексей. Репетировал выход уже, наверное. Спасибо. Теперь самое главное, все призеры можно без бумажек, подходите наверх. Поехали!